как цилиндр, в принципе, по особенностям такой же, как и Детройт, это одна компания, единственное отличие это форма, цилиндрическая форма. Этот буряк больше всего любит западную Украину. Если юг, центр Украины любят вот круглые буряки выращивать, западная Украина любит выращивать цилиндр. По урожайности цилиндра дает урожайность по прошлому году. Детройт показал 80 тонн с гектара, при выращивании на второй оборот цилиндра 120. То есть она более урожайна. За счет того, что количество плодов идет, посева идет одинаковое, но за счет вытянутой формы она чуть больше показывает урожай. Потому что у нее есть ну, больше пространства для роста. Если вытрет он грудь, он друг друга выдавливает кверху, в земле находится носик, то у цилиндра она наполовину находится в земле. За счет этого там, чуть больше масса плода и выше, соответственно, урожай. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.